Всем привет! С вами Цердум. Давно собирался смонтировать это видео, но лень убивает. И все же в неравной борьбе я ее временно одолел, поэтому это видео перед вами. Если вы импотент Warface, ну там с масюсеньким макросиком, читиком, инспекторчиком или еще каким-нибудь протезиком, и не собираетесь становиться настоящим игроком с нормальным таким скиллом, то можете дальше не смотреть. Мне вас жаль. Можете и дальше деградировать, но лучше на каком-нибудь другом канале. Если же вы любите настоящую честную игру, это видео поможет вам понять некоторые вещи про Warface, а конкретнее некоторые нюансы, связанные со стрельбой через дым. Если вас убили через дым, это еще не означает, что против вас играет нечестный игрок. Во-первых, есть много роликов на YouTube про баги с дымом, когда для одного игрока все в дыму, а для игрока с другой стороны дыма нет или практически нет. С этим мы с вами ничего не можем поделать, нужно просто это учитывать и бомбить по этому поводу просто глупо. От вашего нытья ничего не изменится. Хотите получить шанс на изменение, пишите в ТП, хоть какая-то польза. Вода, как известно, камень точит. Во-вторых, вас могут просто по-честному убивать через дым. И на ряде дальнейших примеров я покажу вам, как это делается. Видите дым? Попробуйте выстрелить на удачу. Как видите, чудеса случаются. То же самое. Делайте прострелы. Видите, последней пулей попал. На краю дыма видно человека. Также видно, смотрите в дыму. Следите за ситуацией. Вот резнули, ага, значит там где-то в дыму резнули. Делаете прострелы. Попал. Держите позицию. Увидели человечка. Ориентировочно он там. Выстрел еще раз добили. На бомбе. Начинают снимать. Соответственно, бомба видно где. Делаете прострелы. Все, готов. Дымят. Видите, побежал. Примерно провожаете его в то место, куда он бежит, стреляете, в дым попадаете. Вот на стрельбу. Увидел огонь, точка выстрела видна, стреляете, попадаете. Здесь понятно, вот взорвали ворот, значит пойдут дым. Скорее всего, они там бегут. Делаете прострелы. Один, второй, третий, четвертый. Неудачно. Увидели огонь выстрела, выстрелили, завалили. Вот тоже место. Также через дым. Ориентировочно должны там пойти. Увалили, знаете где, добили. Также здесь дым, прострелы. Все, готов. Готов. Вот здесь даже видно, его там было на краю дыма, он лежал. Здесь также сейчас вот стрельба будет, выстрелив с... Ориентировочно, откуда убивали того, попал. Это был чит. А, респа, франч, дым, дай. На мосту есть. Франч, аккуратненько. Нет, сэром, короче, будь. Пробуй меня. Ориентировочно должен мед прийти. Вы стреляете на всякий случай, попадаете. Здесь тоже ожидается, что побегут по таймингу примерно. Делаете прострел, попадаете. На квадрате сидит здесь, на кубике. Пошли. За углом. Также по времени ориентировочно должны прибежать. Делаете прострелы. На третий раз попал. Это все приходит с опытом. Больше играете, больше будете понимать, когда ориентировочно стрелять. Вот ориентировочно он в той стороне. Стреляете, попадаете. Дым. Кто-то ставит плент. Гранату туда. И прострелы. Все, граната добила его. Вот он там мелькнул. Ориентировочно будет возвращаться. Бах.
Попал. Уронили, задымили, но вы знаете, где он лежит. Ждете, когда резнет. Когда встанет, теперь когда резнет. Смотрите в правый угол. Рез появился, выстрел. Готов. Также сейчас рез появился, сразу выстрел. В прицел даже не смотрите. Все. Ну, теперь я мед свой получил. Также точно труп. Знаете, где лежит. Занимаете позицию. Медик вражеский сейчас там задымит. Так, где дым? Все, задымил. Ждете реса точно так же. В правой стороне только появился, выстрел сразу же. Вот видите, как через дым надо убивать. Без КП, без КП. Он тебя, он пиксель смотрит, он не даст уйти, сэр. Да понятно. Бери инженера, бери инженера. Он с той стороны тоже пытается прострелить через дым. Видите, огонь выстрела, стреляете, попадаете. Чисто на выстрел. Это было. И последний пример. На нем я остановлюсь несколько подробнее, потому что тут меня заподозрили в том, что я пользуюсь инспектором. Хотя я просто увидел легкое движение, выстрелил, увидел постановку бомбы и выстрелил на постановку. Инженер не успел убежать. Сейчас я покажу вам в замедленной съемке, что действительно было легкое шевеление в дыму. Плюс еще один момент, что если цель находится в пределах радара, вы можете увидеть красную точку, загоревшуюся, когда прицел попадает на цель. Можете этим тоже пользоваться. Вот, обратите внимание, там шевеление, стреляю, и красная точка загорается на радаре. Все, попал. Никакой магии, все честно. Просто опыт и скорость реакции. Всем спасибо за просмотр. Играйте честно. Всем удачи.